Поисковые отряды Мордовии тоже поучаствовали во Всероссийском субботнике. Однако сделали это они со свойственной им спецификой. Заручившись поддержкой коллег из стройотрядов, молодежь взялась привести в порядок памятные места – мемориалы, обелиски и могилы ветеранов. Приводить в порядок мемориальное кладбище Саранска в субботу взялись сразу несколько десятков человек. Подавляющее большинство – молодежь, это бойцы стройотрядов учебных заведений, а также представители поискового движения. Они реализуют проект всероссийского масштаба под названием «Обелиск». Главная цель – это мемориал обелиски, посвященный Великой Отечественной войне, да и не только афганцам, чеченцам. Ну и на кладбищах тоже уборка могил ветеранов, потому что у многих могилы заброшены, родственников нет или очень пожилые, поэтому кто-то даже звонит, сами просят, пожалуйста, уж придите, посмотрите, уберите. Вот. Часто о том, что это могила ветерана Великой Отечественной, говорит только звездочка на верхушке памятника. Ни надписи, ни тем более фотографий в большинстве случаев не сохранилось. Но для поисковиков это не повод оставить захоронение без внимания. Даже находясь в экспедициях, они приводят в порядок памятные места. Мы облагораживаем память не только здесь, в городе, но также, когда выезжаем на экспедиции, мы также облагораживаем братские могилы. И тем самым как раз отдаем дань памяти людям, которые отдали за нас жизнь. За пределами республики принимает участие в акции «Обелиск» 22 мордовских поисковика. Они сейчас несут вахту памяти в Ростовской области. Павел Степаненко, Григорий Денисов. Наши новости.